В новогодние праздники с разницей в несколько дней вышли интервью двух бывших коллег. Актриса Варвара Шмыкова рассказала Юрию Дудю о том, как изменилась ее карьера после ролика в защиту Алексея Навального. Ну а также показала, как живет с семьей в эмиграции в Германии. Ее коллега по сериалу «Чики» Ирина Горбачева, в свою очередь, дала интервью бывшему главреду «Звездного таблоида» и соосновательнице медиапомойки «Мэш» Мадонне Мур. Девушки встречались в Москве, обсуждали, что на них надето и как хорошо себя чувствует российская киноиндустрия без зарубежных фильмов в прокате. Отсутствие конкуренции – это классно, потому что я… Нет, это классно, правда, именно в плане киноиндустрии. Почему? Потому что ты первый человек, который говорит, что это классно. Правда, это смело. Но это не единственное смелое заявление. Ирина Горбачева честно призналась, что она – часть системы и часть своего государства. Но на всякий случай попросила прощения у продюсеров. Федор Бондарчук. Михаил Врубель. И Рубен Дешдешян, я прошу у вас прощения за ту ситуацию, про которую вы знаете. Ну вот зачем все это молодой и, казалось бы, прогрессивной актрисе? Помимо роли в сериале «Чики», фильмах «Аритмия», «Я худею», у девушки было немало рекламных контрактов. Но ключевое слово «было». С началом российского вторжения рекламный рынок, ну, вместе с ним и суммы контрактов, очевидно, сократились, а в кино при этом больше платить не стали. Основной заработок, как ты думаешь, на чем больше? Ну, вот сейчас основной заработок – это реклама. Ну, то есть, прям вот самый основной. Ну, а чтобы продолжать зарабатывать, одних извинений мало. Надо демонстрировать, как сказано в подводке к интервью с Горбачевой, твердую гражданскую позицию. 95% моих друзей от меня отвернулись. И это, знаешь, не просто у тебя ковер из-под ног просто, и еще раз, и еще раз, и еще отвернулась, раз. Отвернулась, потому что ты публично не стала осуждать то, что происходит. Да, да, именно так. А в окружении у тебя были люди, которые в основном осуждали то, что происходит. Именно так. Но в случае с Ириной Горбачевой сложность заключается не только в том, что многие оказались, ну, скажем так, разочарованы ее Z-позицией. Ирина Горбачева родилась в Мариуполе и до недавних пор была замужем за украинским музыкантом, участником групп Quest Pistols и Огонь Антоном Савлеповым. Брак распался из-за, скажем так, разницы во взглядах. Ты осталась в Москве. Ты определенно говоришь четко свою позицию, что ты любишь свою страну, отсюда никуда не уедешь и не поддерживаешь тех, кто тебя осуждает за эту позицию. Не, пожалуйста, осуждайте. Сейчас, пожалуйста, если я имею право на свое мнение, я точно так же, меня могут и проклинать, обижаться, злиться. Welcome. Был ли какой-то хейт, ну, потому что ты родилась в Мариуполе, был ли хейт со стороны там, земляков, которые где-то росла, с родственников, потому что они тоже оттуда? Естественно. Именно это слово. Естественно. К слову, Ирина Горбачева не единственная Z-знаменитость родом из Украины. Вот, например, Татьяна Навка, жена пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Навка родилась в Днепропетровске, была чемпионкой Украины среди юниоров, в конце 80-х переехала в Москву, а теперь получает бюджетные гранты на свои ледовые шоу и прочие проекты. В одном из таких выступлений вдруг прозвучала песня украинской певицы Христины Соловей «Тримай». Язык песни заменили на русский, номер исполнила фигуристка Камила Валиева. И вот как эта песня звучит в оригинале. Обсудим и то, и другое с блогером Антоном С. Антон, привет. Здравствуй. Очень приятно. Как ты считаешь, зачем вообще Татьяне Навке эта украинская композиция в ее ледовом шоу? Потому что вот сама певица и автор этой песни утверждает, что это не просто кража, а буквально апроприация культурного наследия украинцев.
Для меня была очень странная ситуация, когда я постоянно сейчас слышу, что вот про этот случай говорили все, и огромное количество украинцев были возмущены. Но сегодня утром как стало как-то все на свои места, я посмотрел абсолютно кошмарнейшее интервью Апачева у Ксении Собчак, и он тогда и говорил, он записал песню «Плывет утка», и это просто жутко возмутило всех. Это был шок-контент, и он тогда очень много говорил на тему, что украинский язык – это часть великой русской культуры. И нам нужно здесь делать так, чтобы эта часть русской культуры была у нас в России. То есть я понял, для меня после этого интервью все как-то встало на свои места. Я понял, что есть четкая методичка, ну как сейчас принято говорить, что нужно не пугаться и бояться русского языка, а наоборот его нужно как можно больше внедрять как бы в культуру России и говорить, что это часть культурного наследия России, и поэтому пугаться не нужно, нужно говорить на украинском. И от этого становится просто холодно и мерзко внутри, потому что это просто не укладывается у меня в голове, как идет подмена понятий, как называют белое черным, и мы в итоге видим вот такое вот преотвратительнейшее поведение россиян, не знаю, властей, наверное, да, которые утверждать начинает, что Украина, как по факту, не существует отдельной украинской культуры, украинского какого-то творчества. Это все часть огромной русской культуры. И это просто отвратительно. Это подмена понятий. У меня это не укладывается в голове. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, ты считаешь, что вот таких краш украинских композиций или, может быть, каких-то украинских текстов с переводом на русские будет больше? И это сознательное однозначно действие? Однозначно. И не только даже с переводом на русский. Я уверен, будет больше и больше таких вот патриотичных, пророссийских песен именно и на украинском языке, потому что здесь идет, с моей точки зрения, зомбирование, вот вкладывание в умы. Это часть России, это неотъемлемая часть России. Украина как отдельное государство, как отдельный культурный пласт, его просто не существует. И я считаю, это из серии забирать детей Украины и перевозить их на территорию России. Это идет геноцид. Геноцид идет как общечеловеческий, так и культурный. Культурная апроприация. И это абсолютно неправильно. Ну а вот что ты думаешь тогда еще об интервью Ирины Горбачевой? Все-таки, мне кажется, многие не ожидали от нее такого поворота. Ужасно, ужасно это все. Все знают трагедию Бучи, все знают, конечно, трагедию Мариуполя. И тот самый момент, что когда трупы, жертвы войны были еще в городе, Бабкина приехала и танцевала свои ужасные танцы буквально около того самого театра, где еще не вывезли трупы. То же самое здесь. Я думаю, весь Мариуполь был в шоке. И самое ужасное здесь, она говорит про хейт. Я знаю, что меня хейтят. 95% моих друзей и близких от меня отвернули. Просто немыслимая волна хейта идет из Мариуполя. То есть она, я понял, что она отлично понимает, на что она идет. Она отлично понимает, что она делает неправильно. И для нее этот хейт, она его принимает, потому что он для нее максимально логичен. Она знает, в какую игру она играет. И здесь иных вопросов, что она искренне поверила, там, что вот русский путь – это единственный путь. Она отлично все понимает. Такого нету путя. Это ее выбор. Я не могу понять, по какой причине. Я не верю, потому что все отлично видят, что творится с предателями, если так можно выразиться, украинцами, которые взяли 100% пророссийскую риторику, позицию. Это ужасно, потому что эти люди, система это не видит. И если у вас будет какой-то прокол, или, может быть, прокола не будет, вас все равно эта система переживет и выплюнет. Это подпись договора с дьяволом. И когда весь Мариуполь был в крови, весь Мариуполь – это боль украинского народа, и ты говоришь, я часть системы, как такое может быть? Как такое может быть? Часть системы это безопаснее. Это как? Тебе безопаснее почему? Огромное количество украинцев уехали за границу и все равно продолжают, если тебе страшно быть в стране, где идет война. Они уезжают и все равно поддерживают родную Украину. Здесь ты часть системы. Что творится в голове у Горбачевой, я не знаю. Для меня это был шок. Для меня это был абсолютнейший шок.
Ну тогда давай, раз уж мы собрались, попробуем вместе разбираться в возможных причинах вот этого ее интервью, этих ее откровений. Все-таки совсем недавно, казалось бы, она в интервью Дудю, кажется, и говорила о том, что ну, вот ее брак с украинцем, с Антоном Савлеповым, с человеком, который, очевидно, не поддерживает российское вторжение в Украину, этот самый брак ей, ну так скажем, вышел боком, и она принимала уже со стороны российских поклонников какой-то негатив и принимала эту самую ответственность. А теперь этот брак распался именно потому, что она поддержала войну России против Украины, а Антон, очевидно, нет. Ну, то есть это не просто, кажется, какое-то откровение ради контрактов. Это же что-то, наверное, может быть еще более глубинное. Может ли человек вот так искренне, ну, не знаю, заблуждаться? Может ли она верить в то, что она говорит? Опять же, здесь я приду, наверное, пример уже Чичерины. Вот в случае с Чичериной я верю, что там человек искренне верит. Она немыслимый патриот, она немыслимый агрессор, и она настолько упивается вот этой вот ситуацией, и я не верю, потому что вот что Чичерина, она работает там за хорошие деньги, и поэтому она вот продана полностью до конца, до своего ядра. Я верю, что если вот присутствует какой-то элемент безумия, вот тогда это объяснимо, и спроса как такового, наверное, нет. Хотя, опять же, та же Чичерина – это неотъемлемая шестеренка адовой машины под названием «Война». В случае с Горбачевой не настолько уж и горячий она пирожок, не настолько уж она и затребованная в российском шоу-бизнесе. То есть я мог бы в какой-то степени понять, если ты «Навка», у тебя гигантские контракты, у тебя гигантские какие-то… ты зарабатываешь деньги. В случае с Горбачевой… чего ради это было сделано, я искренне не понимаю. Я отлично знаю, что молодой человек, который трезво смотрит вокруг вот на свое, то, что происходит вокруг нее, она не может смотреть, что это что-то кардинально неправильно, она не может видеть построение полицейской хунты, геноцида граждан той же России, она не может это не видеть. И поэтому для меня это феномен, который, к сожалению, не раскрылся в интервью. Я не верю, что она искренне верит, а что то, что сейчас творит Россия на территории Украины, и то, что творит Россия на территории России, это правильно. Человек не может, если только ты безумен, или тебе платят хорошие деньги. В случае с Горбачевой я верю, что она трезва на свой ум, и я верю также, что больших денег она сейчас не делает. Для меня это феномен, который не поддается объяснению. Ну тогда давай попробуем представить, что это в итоге может дать в России. Могут ли быть какие-то новые рекламные контракты или какие-то новые приглашения, фильмы? Вот совсем недавно у Горбачева вышел фильм «Кошки». Точнее, это был фильм «Бременские музыканты», в котором она сыграла роль кошки. Может быть, она сделала это для того, чтобы получить новые роли? Я пытаюсь действительно тоже найти какой-то мотив, и мне довольно-таки сложно понять, что это может быть. Я знаю 100%, как сильно и драматично упали доходы как украинских, так и российских звезд. Я знаю то, что сейчас в творчестве, особенно если мы говорим здесь непосредственно про творчество, ты живешь в жутких рамках цензуры, потому что даже там, где ты можешь, полагаешь, что это полет творческой мысли, и никого это не может ни обидеть, ни оскорбить, ты не знаешь тех границ, потому что эти границы на данный момент, они слишком прозрачны, и нету четких границ, в которых ты можешь творчески себя выплескивать. Поэтому, может быть, у нее будут какие-то роли. Конечно, я видел интервью с Варей Шмыковой. Я знаю, что она сейчас пытается сделать свой вот театр. Она делает какие-то постановки. Я знаю, что там буквально копейки. Но для меня Варвара Шмыкова — это пример несломленного правильного человека уровня, не знаю, может быть, Ахиджакова, каких-то людей, которые не просто творческая богема, которая куда повеет ветер, туда она и наклонится. Это люди со стержнем внутри. Может быть, просто нет стержня. Может быть, просто страшно. А может быть, что-то есть такое, чего мы не знаем. Но даже теоретически, если у нее будут какие-то восхитительные роли, вопрос времени, когда это все схлопнется. Я вообще не знаю, куда идет этот шоу-бизнес, потому что, смотря на того же Апачева, который вот в интервью Собчак направо и налево гнобил, не стесняясь в выражении, проходясь по сексуальной ориентации отдельных звезд, просто рубит с плеча. Идет полностью перелопачивание того, что есть в шоу-бизнесе, идет полная замена старых на новое. И если Ира Горбачева искренне думает, что она будет новой звездой новой России, диктатуры там, где есть стопроцентная диктатура и полицейская хунта, я понимаю, что звезды должны быть и будут даже в этих условиях. Может быть, она рассчитывает на это, быть звездой новой России. Учитывая, что она
Мариуполя ужасно. С моральной точки зрения это ужасно. Безусловно. Но я тут отдельно отмечу, что даже Z-пропагандистам родом из Украины, но мы знаем, что в Соловьевском зоопарке есть и такие, им тоже периодически прилетает за их национальную принадлежность. Так что Ирине Горбачевой тоже не стоит забывать о том, что те люди, ради которых она делает вот такие заявления, никогда не будут считать ее равной себе. Но мы посмотрим. Мы посмотрим, что принесет ей это интервью. И, надеюсь, еще встретимся вместе с тобой и обсудим эти самые последствия. У нас на связи был блогер Антон. Ну что, если звезды переобуваются, значит, это кому-нибудь нужно. И действительно, в комментариях Ирину Горбачеву сравнивают с Юлией Чичериной. Но действительно, как мне вслед за Антоном, кажется, это сравнение ошибочно, поскольку у Ирины Горбачевой гораздо ближе к Роме Зверю, съездившему на Донбасс ради будущих концертов, нежели чем, мягко идеологически заряженной Чичериной. Но, если честно, вот от этого менее гадко не становится, потому что, что Ирина Горбачева из Мариуполя, что Татьяна Навка из Днепра, они буквально предали все, что их связывало с родиной ради рекламных контрактов и бюджетных откатов.